поздравляем. Вот эта победа, наверное, вошла не только с точки зрения турнирной таблицы, но и с точки зрения психологии во многом, что вот наконец-то прорвали вот эту ничейную серию. Да, потому что первый тайм даже была нервозность виделась в действиях игроков. Результат опасались. Но как-то во втором тайме вышли и переломили. Просто смяли, как сказать, стандартами все. Ну, активностью подавили, и результат налицо. Можно сказать, что вот принципиальность вот этого соперничества, она сохранилась и был особо какой-то настрой, особо мотивация? Да, была принципиальность, наверное, на то, что мы на разных полюсах таблицы. Но все время это дерби, и даже нас никто не накачивал, но все равно настрой был такой. Запредельный, даже вначале это во вред пошло, как бы сказать, зажатость была. Заряд потихоньку покидают игроки, легче становится, чувствуется. Сегодня. Ну, травмило, да. Да, но сегодня опять один добавился. Блин, конечно, обидно. А так, да, чувствуется поддержка, все вернулись практически в строй. Дай бог набрать форму, потому что тяжело сейчас было. Спасибо ребятам, поддержали. Спасибо большое. Победа.